Так, решил снять от первого лица, как работает мой намагничиватель магнитов. Да, там я, привет. Вот. Так, вот здесь у нас зажат магнит. Вот. Вот он магнитик. Магнит у нас имеет дефекты. Вот. Да, видим. Вот они. Берем магнит. Лепим. Вторая гаечка. Так. Ставим в катушку. Накрыли деревяшкой. Все это дело. Так, прижали струбциной. Теперь тут у нас вольтметр. Так, берем все это дело. Включаем так. Лампочка засветилась. И погнала расти напряжение. Так, магнитик там. Так, 630 вольт. Выключаем это дело из розетки. И так. Раз. И разрядили тиристор. Ну, не тиристор, а через тиристор разрядили емкость на нашу индуктивность. Все, конденсаторы разряжены. Струбцинка поменяли, наш магнит. И вот как мы видим, никаких потертостей.